Доброго времени. Подготовленные микросхемы, ну, наверное, вручную обрабатывались, 240 грамм. Вот это вот тоже микросхемы. Я их называю крылатые, кто-то называет ушастые, 145 штук. И сейчас взвесим. Ну и вот такие вот платки, ламельки имеются там немножко. Вот это пустая плата. Вот. Это лак. Вот так отдает золотом. Это покрыто лаком. Она пустая. Здесь ничего нету. Дорожки. Вот. Смотрим. Дорожки луженные. Здесь и здесь. Это детальки неизвестные. Они пустые. Так, и взвесим вот это. Вот это взвесим. Все вместе уже. Так, здесь должно быть 240. Да, 247 почти. 247 плюс. Вот этих 145 штук сюда загружаю. И получается 288 грамм. Стакан на 3 литра. Все сюда. Заливаю водой дистиллированной. Ну а затем электролит. И понемножку буду добавлять азотной кислоты. Воду я влил для того, чтобы не такая уж бурная реакция была. Все равно по ходу она доливается. Для гашения реакции. Так что лучше сразу влить. Пускай понемножку идет реакция. Затем буду добавлять кислоты только. Как только все вытравится, посмотрим на позолоту. А сейчас взвесим вот эти платы и ламельки. По нолям там. Сколько их. Вот такие ламельки немножко. Получается 141 грамм. И я сейчас буду делать обжиг. Обожгу. И вот это, вот эти контакты, они слезут. Я их соберу. И мы еще раз взвесим только контакты. Этот текстолит я выброшу. Потому что все это вместе я перерабатывать нет желания. Много кислот уходит. Да и времени, да и потери будут. Потому что если царем заливать, значит немножко позолотка вместе с царем уходит и в текстолит. Текстолит разбухает и туда чуть-чуть уходит. Потери получается немножко. Лишний металл вытравил. Вот что осталось. Вот такая позолотка.
там, конечно, того что-то белого, эти прослойки белые, значит, были и слабые микросхемы в этом материале. Если вот это белое там бывает, значит, и золота там или вовсе нету, или совсем немножко. А это после травления. Сейчас как-то глянем. Все не могу показать, какая там позолотка. О, это здесь совсем. И с мусором разным, с припоем. Ну, припой, конечно, я отмываю в основном. Там чуть-чуть остается. И это чуть-чуть припоя не мешает вовсе. После растворения вот этих микропылинок золота, которые проходят сквозь ткань. Так, и это позолотка с дорожек и с ламелей. Тоже я вытравил, но вот такой оттенок красноватый, это, ну, после обжига там как бы вкрапление получается меди в золото. Вот есть более-менее похоже на золото, да, такое желтое. Вот красноватое, это после обжига. Когда я обжигаю вот эти платы, чтобы слетело вот это, вот эти дорожки, эти контакты, они потом слетают после обжига. Ну, получается немножко крапление. Сейчас я сюда залью отдельно царя, чтобы посмотреть на раствор. Какой раствор будет. Если будет там зелень, значит, немножко, ну, попало, типа, медь попала в золото. Хотя вряд ли. Возможно, такой цвет после обжига получился. Но все равно я отдельно залью сюда царь. Сюда тоже. И сюда. Все растворю, затем посмотрим на растворы. Вот такие растворы получились. Нормальные растворы. Здесь вот мусор. Темные там свинец, отражение от него. Здесь тоже зола, отражение от золы, а так все желтое. Здесь вот этой глины много, белой, вот такое отражение. Везде растворы без зелени. В этом растворе, конечно, много мусора. Сейчас я его соберу. И вот так видно его. Вот сейчас собрал в угол. О, тоже. Вроде бы позолота там должна быть, но там вот такая кучка пластика, там кусочки пластика всего. Вот здесь кристаллы уже такие появляются. Это, возможно, ну, с припоя. Вот здесь вот такой мусор после обжига. Зола. Зола с лака там. Немножко туда текстолит попал. В общем, все это я оставляю на ночь. И утром сделаю фильтрацию. Все вместе. В один стакан отфильтрую и буду восстанавливать. Растворы золота с трудом профильтровал. Раствор бедненький. Из-за трудности фильтрации, видимо, в этих черных микросхемах был и импорт. Ну и плюс ручная обработка. Не рекомендую делать ручную обработку избавления от пластика, только обжиг. Сейчас еще там немножко фильтрация идет. Я поставил на плитку. Раствор греется. И заканчивается вот фильтрация. Там вот чуть-чуть еще. Там уже такая промывка, водичка капает.
Буду восстанавливать гидроксиламином соляно-кислым. Золото выпало, все же в растворе имеется зелень, где-то медь оставалась. Ну, сейчас осадка не очень-то видно, нужно забрать его, промыть. Вот такой раствор, осадок высушил, какой-то он тускловатый немножко, невеселый. Возможно, выпала та белая муть. Сквозь фильтры прошла. Да ладно. Взвесим. Вот такой вес. Вроде ничего. Слиток нормальный. В буру там мало что ушло. Что-то немножко темное было. Вот такой вес. 2,45. Здесь 2,43. Бура. Так, и это все золото из посылки. Ну и здесь серебро. Вот 15 грамм. Конечно, почистить, и ровно будет 15 грамм, потому что здесь и бура, и есть слиточки. Нужно довести до 3/9. Здесь только один слиточек. Вот имеет 3/9. Возможно, даже имеет там около 3/9. А то надо чистить. Так. Значит, что дальше? Дальше вот пришла вот такая посылочка. Но она не очередная. Та, что в очереди, она еще в дороге. Та посылка, которая ранее обговаривалась, ранее этой посылки. Но я все равно сейчас вскрою ее. И это будет уже в следующем видео.
начну перерабатывать материал. Когда придет та, что было в очереди, эту отложу и продолжу перерабатывать материал из посылки, которая в очереди. Это мне очередная. Это немножко позже обговаривали. Так что до встречи. Всем добра и удачи. Всем пока.